В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Появление комаров в этот день – верный признак мягкой зимы. А большое скопление синиц около домов предвещает скорое приближение холодов. Так гласят народные приметы, а я вам расскажу о погоде на завтра. 7 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем минус 2, ночью минус 3 градуса. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Удачной вам субботы!